С наступлением холодов невольно вспоминаешь самые теплые, самые яркие летние моменты. И сегодня, дорогие друзья, зрители канала Farnaxfilm, я хочу поделиться с вами своими эмоциями, впечатлениями от парения с печью Aston Inox. Но сначала пара слов об этой линейке печей. Печи линейки Aston выпускаются в трех исполнениях. Это печи из стали 09 G2S, это чугунные печи и сейчас печи Inox из стали IC430. 3 мм толщина стенок, 3 мм толщина закрытой каменки. Печи очень интересные. Смотрите, они установлены на улице и блестят на солнце. Кстати, печи не окрашены. Естественно, это сделали для того, чтобы вы, покупатели, могли убедиться в том, какой материал и каким образом он используется в этих печах. Обратите внимание, печи изготавливаются из цельного листа гнутого. А ведь вы знаете, чем меньше сварных швов, тем надежнее топка печи. И здесь у нас есть маркировка. Не знаю, если вы увидите, 3 миллиметра IC430. Вот так. Это средняя печь, рассчитана на объем помещения до 16 кубических метров. Более старшая 20-я. И самая маленькая, младшая, до 12 кубических метров. Парна небольшая, около 9 кубов. В ней установлена печь Aston Inox. Это 16-й Aston. И сейчас с помощью умелых рук парьмейстера мы будем получать знания об этой новой печи Aston. Я пока полежу, и пока лежу, могу вам рассказать об ощущениях по работе печи Aston Inox. Печка небольшая, всего на 16 кубов рассчитана. Здесь парная всего около 10 кубических метров, ну, может, чуть больше. И очень интересно работает паричек с каменкой. Каменка здесь, напомню, закрытая. Всего у нее объем, ну, 15-20 килограммов камней. Но с помощью парообразователя вода добирается до самых-самых жарких мест. И хоть печь сейчас работает в щадящем режиме, таком поддерживающем, когда горение есть, но небольшое, а каменка очень быстро перезаряжается. То есть даже вот этого небольшого горения достаточно для того, чтобы перезарядить камни. И буквально через пару минут, тройку где-то минут, для того, чтобы обновить атмосферу в бане, парьечек подает, и жар не кончается. И это очень неплохо. Для бюджетной печи достойное ощущение и достойная печь. Денис, скажите, вот у меня, конечно, время по-другому шло немножко, парной. А вот как часто подавали на печь, по ощущениям там? Ну, парная маленькая, печка мощная, многогранничная. То есть два ковшика в пределах там 5 минут подавал. Ну, нормально так, да. Ну, и вывозит печка, да? Да, вывозит печка. Вот это хорошая печь, да. Когда в печи работает огонь, она всегда дает хороший пар. Только чуть затухает, она начинает пустовать печка. Ну, то есть вот на таких печах надо всегда поддерживать небольшое горение. Ну тут-то вы уже сколько часов работаете, ну, да? Здесь не с утра уже. Ну вот с утра, сейчас уже шестой час. Ничего себе. Да. Ладно, успехов вам, здоровья, счастливо.
Друзья, вы, конечно, можете сказать, что практически с любой банной печью можно получить те эмоции, которые получил я, побывав в бане с установленной печью Aston. Но хочу сказать, что эта печь однозначно оправдала мои ожидания. Печь жаркая, печь быстрая, печь красивая, печь компактная, и она доступна по деньгам. Обязательно заходите на сайт farnax.ru, там представлена вся продукция под брендом Aston. Есть печи жаростойкой нержавейки, есть стальные печи, есть чугунные печи, в общем, на любой бюджет, на любой вкус, но однозначно эти печки не разочаруют вас. Поэтому, друзья мои, заходите, интересуйтесь, будем рады видеть вас в магазинах Farnax, с нетерпением, до встречи!